Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем наше увлекательнейшее прохождение. Что, Нейчик, ты хочешь быть со мной? Блин, наверное, я зря взял второй левел этого файтера. А на каком левеле Урадж Максипса? На 17-м, то есть 3 левела, да? Раз, два, три. Ну, короче... Короче, не от Максима Инспайр Хурайч. Никогда... О! Что там такое? Ничего себе. А-а-а! Больно. Чё за приколы? Не, ну можно, конечно, эту тьму убивать. Right here, Так, что мы сейчас пойдем-то делать? А нам надо прибить Тартучо. Что это такое? Random encounter. Кстати, осталось 200 опыта всего. Короче, сейчас убьем Тартуга, убьем этих самых Клопяндр. Дочистим. Кстати, насчет Клопяндр. Пока не забыл. Так вот сделаем. Девчонка на 120 опыта отстает. Умирала. Так, мы будем спасаться от неудачи с инициативой? Наверное, нет. Я думаю, что... Думаю, что мы... Where
Кинем Блю в эту девочку на всякий случай. Я на себя еще щиточек кинем. Усилимся. Включим песенку. Так, он включил песенку. Мне еще. Теперь можно включать песенку. Ну, поехали. Кому там понадобился на ночь глядя? Что за фигня? Алло. Да, привет. Буквально. Отлично. Ой, господи, уже мучают меня. Пораньше. Так, давайте-ка вылечим. Так, девчонка, давайте как-то вот так вот кинем. Чтоб он там особо не это самое. Шастал. Так, кто не походил? Ты не походил. Давай ты не будешь ходить. Просить стекло, блин, а? Обыть, точнее. Да как ты задрал-то? Прям наваливает мне и наваливает. Что ж такое-то? Спаслись. Да.
Чавком пахнет. Ну, стрелочку просто кинем. Еще раз эту фигню. Кто там у нас стреляет? Ну? Так. Чё, всё упало, господи. Вон этот маленький паразит. Ну-ка, давай-ка. Отдышись пока. Смотрите сюда. Допрыгался паскудник. Все запрыгались. Давайте все заберем. И отойди с прохода. Отойди с прохода. Что мы нашли-то тут полезного? Тяжелый щиток плюс один. Хуже, чем тот, что есть. Вот черт. Так, мы должны были еще что-то найти. Колечко плюс один нашли. Я есть. Ну, держи. Это магические стрелочки нашли. Думаю, что нам пригодится. А почему с него этот циркетка-то не выпала на это харизму? Или это мне королеву Бада-Бада нужно будет прибить? Посмотрим. Так, королева Бада-Бада, она капец какая вообще-то опасная? Кидает всякие хорошие вещи вообще. Так, ты все тут наколдовал там? Ой, все наколдовал. Я думаю, что мы сделаем проще, мы накидаем сейчас масел. Прям целую кучу. Да. Ну да. Дальше пусть попробует что-то со мной сделать. Говорит, смерть предателям. Смотри, как могу.
Все, хватит мне звонить. Так, где этот хрен? Так, у меня там план со стрелочкой был. Оп. Так. Королеву мы замочили. Old Person. Это не очень, конечно, хорошо. К счастью, я подготовился. Смотри, как могу, а? Чувствуешь? Говоришь, а, пёс? Блин, эта мразь еще и лечится, а надо бы к нему как-то подойти, что ли? Он меня задолбает. Желательно, не наступив в масло, да? Отсюда можно по нему уже пострелять. Ищем девчонку. Так, это не упало. Ничего себе. Какие жесткие клопы. Я не ожидал. Так. Так, а вот и наш серклет с харизмой. Скиметар плюс один. Неплохо. Так. Так. I wrote it like I saw it. Ah!
Так, а сколько там остается-то нам? Тропаля какие-то до 5 левела, да? Может тогда сейчас 5 левел нам нахоботить? Как-то аккуратненько. Ну. Клопов тут всяких поубивать. Мы же сможем убить клопов. Я думаю, да. Может жесткие. Чик. Я не помню, работает ли на нет сам. Ну, работает. Отлично. Так. Что это? Приз, да? Давайте пахнем еще раз. Ну почему их-то? Да шо? Блесик кинул. Это ты классно придумал, братишка. Сейчас мы в тебя тоже кое-что кинем. Так, а он не умер, он не умрет со стрелочки, а? Похоже, чтобы он собирался умирать со стрелочки. Если так... Ничего себе! Так, клопи, клопяндр мы всех развалили. Так, еще что у нас привратница осталось там? Нужно 1000 XP. А еще снизу эти. Снизу еще есть клопы. Но мне что-то так лень с ними возиться. Mm.
блин, надо этому выучить какую-нибудь стрелочку, чтобы он мог что делать раньше. Да и этой, наверное, тоже. Блин, может, ее просто убьем? Ну да. Чё она тут? Давайте так и сделаем. А на эту кинем маслица вот так, чтобы она тут... Ну, я себе не думала, да? Жива, охренеть. Вы не жива. Так, что с ней падает? Ничего, да? Неохота мне добивать остаток клопов. Это что-то очень долго. Так, давайте проскипаем эту фигню. Что надо нажать-то? А, это же пинкмейкер. Тут нельзя проскипать фигню. Разработчики очень гордятся этими сценками. И поэтому дают нам возможность посмотреть на них почаще. Не, ну, по правде сказать, вот этот маг меня впечатлил. Я думал, будет гораздо хуже. Я играл за энчантера. Через вот этот сон. Да, вот этот вот слип. Слип с плюс 2 с этой сейской крови очень хорошо работал. Шикарно работал. Что плохого не могу сказать про сон. Вот. Но проблема в том, что сон перестает работать вот уже сейчас. И следующее полезное заклинание через 4 левела. Грубо говоря, весь второй акт вы абсолютно бесполезным себя чувствуете. За энчантера. Это не очень приятно. Еще я играл за иллюзиониста, но у него классные есть заклинания, но их неудобно применять. Этот вот цветной спрей. Совершенно убийственное заклинание, очень хорошее. Потом будет иллюзорные паутины, иллюзорное разложение, тоже очень хорошее заклинание. Ну, как бы... Тоже... С недостатками. На всякую нежить не действуют.
вот все. Так, получили бесполезный амулетик. Поехали дальше. Так, ну чё, прибьем кабана, наверное, тогда, да? А, пойдемте вино попробуем отравить. Блин, или не рисковать. Пойдемте-ка убьем фею. Убьем сейчас фею, убьем кабана, почистим. Выпьем инициатива. Прикольно. Развоплотила немножко. Кстати, можно на силу выбить. Таинчик. Так, тут нам нужна защита от электричества, которую я с собой не взял. В следующий раз наколдуем. Да. Так. Где там наша фейка? Где же наша фейка там? Так, ну включай песенку. Поехали. Не попал. Немножечко не добегает. Ой, так а если я ее сейчас не прибью, она же меня сама прибьет, да? А не, не прибьет, потому что у меня есть ваниш.
Давайте подождем, пока это дерьмо закончится. Ну и что же мы нашли? Серп и свиток свободу передвижения. Мне кажется, вот эта фигня должна давать плюс 2 DC ко всему и немножечко пораньше. Уровни я так на 10-м что ли. Либо плюс 2 ко всему уровню на 10-м, а еще плюс 2 к выбранной школе на 15-м. Тогда будет норм. А так что-то как-то не особо, я бы сказал. Прямо скажем, невнятненькая фигня. У нас есть 10 000. Постараемся не провафлиться. Нам еще метаскипетры предстоит покупать всякие разные. Я думаю, свинья плюс зомбаки снаружи крепости рогача, и как раз 5-й уровень у нас в кармане. Остальное уже добьем в следующей главе, пока тут будем шастать. Ну, типа... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это кто это такой? Бандиты? А много вас тут? А если мы вам масло положим? Ну, что вы на это скажете? Говорят, нам норм. Пока кинуть там. Ну давай тогда бычью силу. Ригангара можешь? Что не может? Давай отдохни, братишка. Бандиты, я бы сказал. Ну, они, наверное, какого-то там такого невнятного уровня, что ли.
Я могу продолжать спать? Отлично. Так, заклинашки вроде все установились. Кстати, давайте девчонки обратно поставим эту фигню, чтобы не забыть. Лонгсворд, гринсворд, шортсворд. Давайте мечики возьмем. Броню не будем брать, она тяжелая и бесполезная. Ик. Блин, очень я жалею, короче, что этой девчонке взял вот этот левел бесполезный. Не знаю. Лучше ничего не будем тратить. Вот этой вот. Давай-ка ванишь. Так. Но. Тихо, нас что тухнет, нет. И эта мразь ее сейчас убьет, сто пудов. Что ты? Охренеть. Ладно, хоть не насмерть. Давайте отойдем сюда. Пусть кабан бежит. Слепим с одну кабанчика, чтоб он там много о себе не думал. Ничего себе. Банду Файн Трап. О, кстати. Мы еще крысиный закоулок не обезвредили. Так, давай-ка эту девчоночку немножечко подлатаем. Так, будем с зомбаками воевать. Просто чудом каким-то выжила, дурында. Бестолочь-то какая. Что там по XP? Пол шишечки XP осталось. Ну, как раз мы берем пятый левел и закончим. Да. Можно, кстати, вот эту фигню.
развалить. Да. А я, кстати, еще забыл этот винище отравить графу. Так. Видеть невидимое. На себя, черт. Я знал, что будет какой-то подвох. Ну, не знал, какой точно. Сюда. Где там этот хрен-то стоит? Вот не здесь. А где он? Вон он! Паразитская тварь. Ну, посмотрите на него. Так. На тебе. Я еще в тебя стрелочки добавлю. Жесткий молодой человек. Так. Давай-ка мы его еще уроним. Что такое? Не можешь на ноги подняться, бедняжка. Бедненький. Отъедай моего свинца, пес. А вот тебе еще стрелочкой. И по морде. Так, есть левелок. Пам-пам-пам. Не знаю, что и качать. Чем мобильность, больше некому. Так, alertness. Ну, shield wall это точно какая-то фигня. Давайте самое... Демонстрацию силы и вкачаем, где она тут. И чё, weapon focus? Давай, Bastard Sword. Doesn't display. Давайте возьмем силочку. Persuasion, атлетик. Не знаю, зачем я эту аркану качаю. Так, здесь мне надо аутфланг взять, да? Нет. Ну ладно. Давайте вот это тогда возьмем. Так, что нам на втором леве это может пригодиться? Ну, эта фигня точно уже не пригодится.
Все, пятый левел. Фит. Метамагик. Это не отспел. Да. Так, на первом левеле, что я хочу взять? Мне нужен щиточек на себя. А еще лучше я возьму здесь уменьшение гуманоида, чтобы Валери уменьшать. Так, а на втором левеле мы возьмем... Что мы возьмем? Ну, видеть невидимое, что-то какая-то вафля. Давайте с хохот возьмем. Может пригодится. Не там магия. Повысить. Все, больше мне ничего не надо, да? Барт. Давайте стелс подкачаем. Или мобильность. Давайте мобильность подкачаем. Давайте вот эту хрень возьмем. Так, на втором левеле что нам нужно? Можно эту фигню взять, типа станить. Нормальный же план. Нет, так себе план. Ну, мне тоже кажется, что план-то так себе. Все. Так, что ты взял-то? Метамагик Extended Spell. Господи. Тут будет аура архон у нас, эвокейшн. Минут за уровень, кстати. Я плохо. Монетка. Пойдет. We do it my way. Так, давайте положим эту фигню в слотик. Делаем. Пойдемте попробуем отравить вино господину рогачу. О, левелапчик подъехал для девчонки. Кто тут у нас?
Хироша с монитор Лиза. Хрень-то какая. А я с ней смогу справиться? Конечно, смогу. Кого я обманываю? Единственный минус, у меня закончились заклинашки. Но я смогу уменьшить вот эту девочку. А монитор Лизарда, короче, это самое. Напугать и смазать маслом повышенным. Нормальный же план. Рабочий план, поехали. Да он вообще не очень. Вот какого он левела? 3-го левела. Чё-то мне не сделает. Сейчас подойду вот так вот, как масло ему кину, вот такое. Поддержи. Он уже почти стоп. Ничего не делает. Не хватило чуть-чуть. Сколько не хватило-то? 50 опыта. Ладно, сдадим квестик этому дураку и хватит опыта, да? Как ты идешь, а? Ну, иди вперед. Что еще? Ну, 6-й левел мы тут вот вообще никак, скорее всего, не получим. Я даже пробовать не буду. Мне кажется, что если даже все тут убить, нифига не будет у нас 6-го левела. С рогачом будем воевать 5-м левелом. Так, поспал. Лухед. Немножечко не повезло. Так. 6 там. Так, ну все, девчонка тоже варваром стала. Так. Эта штучка дает... Сейчас плюс 1 к атаке получим. Так. Weapon Focus. А какой weapon focus брать? Может, аутфланг взять? Ой. Ладно, ребят, мы сделали все, что хотели. И тогда в следующей серии мы просто всех развалим на варварской территории у этого рогача. Ой. На этом закончим. Пока-пока.